Сегодня уже сложно представить, что всего месяц назад здесь на арене выступали известные «Тигры Багдасаровых». Звук зрительских аплодисментов сменил шум строительных работ. И сегодня главную арену цирка уже просто не узнать. От зрительских трибун остались только ступеньки. Старые деревянные кресла уже демонтировали. Так же, как звуковое, световое оборудование и покрытие на манеже. Все заменят на новое. Оборудование будет более мощное, покрытие современное, а кресла мягкие. В цирке пока решают, какой выбрать цвет. Ремонтные работы у нас как бы с двух частей. Это наружная часть. Фасады, крыши, прилегающая территория. Большой упор будет сделан на ремонт зала. Будут заменены кресла, линолеум, занавеси, купол. Кардинальные изменения коснутся не только арены. Закулисные помещения, кабинеты, гримерки – все побелят и покрасят. В совершенно новых условиях в цирке будут гостить животные. Старые вольеры уже обустраивают. Обновят и дом постоянных жителей цирка – медведей. Над их вольером появится новая крыша. Как видно, ремонт косолапым абсолютно не мешает. И маленький Миша беззаботно принимает ванную. Покажи, как ты умеешь купаться. Ну-ка, покажи. Покажи, Миша. Такого ремонта цирк не видел без малого полвека. Его построили в 71-м. На торжественном открытии присутствовал сам Юрий Никулин. А проект здания был удостоен государственной премии. За 50 лет цирк видел десятки программ. На сочинском манеже выступали артисты цирка Никулина, знаменитая семья Багдасаровых, братья Запашные. Кстати, родной дядя дрессировщиков Мстислав Запашный 13 лет руководил сочинским цирком. Сегодня вместе с женой отдыхает на курорте. А супруга Запашного в свое время не раз выходила на сочинский манеж. Мы постоянно приезжаем сюда и приходим к этому цирку. Оно какое-то, знаете, магическое, притягательное. А сейчас то, что вот идет ремонт, это очень радует. Радует глаз, душу. Почему? Потому что артистам действительно хочется работать в таких цирках, где благоустроено, где хочется показывать свое мастерство выше и выше. А вот так после ремонта будет выглядеть фасад цирка и прилегающая территория. Рабочие уже укладывают яркую разноцветную плитку и ремонтируют фонтан. Кардинально фасад здания не изменится. Его подкрасят, а мозаичное панно и цирковые маски останутся на прежнем месте. Ремонт планируют завершить к 1 декабря. И сегодня уже решают, кто первым выйдет на обновленную арену. Пока главные претенденты – братья Запашные и Гия Эрадзе с шоу «Пять континентов». Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.